Двигаемся дальше. Мирослава, привет, с вами поздоровался. Леонид, привет. Эльвира, привет, с Башкирии. Лобусов, Десногорск, привет. Со Смоленщины, привет. Это Лобусов. Так, Гречихина, всем добрый вечер. Так, Подольская. Манжурский орех раскалывается просто. Кладется на остывающую печку. Орешки раскалываются. Галина, вот не дотянуться, не поцеловать. Ну, что это такое? Где вы живете, что я не могу до вас добраться? Голову бы не пришло. Когда вот получаю такие советы, я с таким тупым считать начинаю. Сразу гонор куда-то исчезает. Да у меня вон они, орехи лежат первые. Я с них шкурки снял на это, на, как это называется, первые, что упали. Зеленые эти, как не кора, а это самое. Ну, зеленые ножом срезал, а они-то лежат на кухне. Да и тут попробую чуть ли не сегодня. Ну, спасибо, если это так просто. А что же мы уже столько раз обсуждали про это, про полено, и торцом, и молоток. А что же, нет? А может быть, это не так просто, посмотрим. Может, я рано собрался вас поцеловать. Леонид, Валерий Константинович, растут, торгуют ваши сеянцы Рыжего, Серафима, Королевского и позднего Филиппе. Возможно ожидать при их взаимном опылении увеличения размера плодов или увеличения, куда нужно отправить ваши сеянки. Ой, вы видели, что у человека 70-граммовый выросли из косточек? Видели? Так ведь зараза заключается в том, что у меня нет таких крупных этих серафимов. Нету. Значит, получается, и этот путь, и сеянца может увеличиться. Правда, зависит от урожая. Но я всегда считаю, пусть даже один будет, но пусть 100 грамм. Все равно это, я чокнулся на этом, на увеличение размеров. Значит, получается сеянца. Но надежнее, конечно, черенки мои. Где черенок чувствует? Мы же всегда чего боялись. Садишь на дичок, он, зараза, или убьет прививку, она мертвая. Или короткий век, а мы думаем, что же она случилась-то? Она просто отторгает ее. И у прививки, вместо того, чтобы от подвоя принять 40-50 градусов мерцовки, получается, при 20 может замерзнуть, при 10, может просто замерзнуть, даже в жару не замерзнуть, а просто погибнуть. Вот. Надо некоторое сочетание разных этих, нескольких условий. Но это не сегодняшний день. Прививайте, ваши шансы возрастут стократно. Константин, просмотрю записи. А, ну ладно, отключись, отключись. Здравствуйте, Кристина, все участники вебинара. Здоровья и все наилучшего. Спасибо, Александр. Так, Сергей Амур, Саратов. Добрый вечер. Так, Наталья Пилипенко, это последнее письмо. Добрый вечер, Кристина, дай вам Бог. Здоровья, ваши деревья, скосик. Растут хорошо! Маршрутский орех почти весит 20 орехов. Прям мощь так растет, вы еще заплакать будете, куда девать. Вот. Сливы, абрикосы, вишни, все очень хорошо выросло. И семечек за одно лето. Спасибо огромное. Наталья, это вам спасибо. Вы знаете, меня такие письма только и поддерживают. Вот именно такие письма. Как они мне нужны? Как они мне нужны? И мы же вебинар прекратили пока все, а на самом-то деле там еще эти письма и фотографии ниже. Я просто не могу так коротко рассказывать. Вот и что получается. Мы с вами закончили. Сейчас уже люди устали. Сейчас уже меньше писем. Вот зимой, да, тут зимой замучить отвечать. А летом, конечно, люди это, более собраны. Вот. Ну, примерно как так же, когда смотрит хозяйка в потолок и говорит, побелить бы надо. Вот так и тут сейчас в это время уже думать о чем-то другом. О чем-то другом. Ну, что, будем расставаться? Значит, у меня как бы есть такое неофициальное еще кое-что. Почему не включаю каталог? А черт не знает, что с ним вырастет. Понимаете? Но люди, если любят рисковать. Вот это для них. А там 30 грамм, 30, 130, 130. Давайте, пробуйте, пробуйте. Вот,
Наталья Пилипенко. Ну, как еще убеждать? Это же не я написал это письмо. Это не подставной казачок. Ну. Все растет. Несколько лет, и все, сад готов. Вот, будем расставаться. Будем расставаться. Еще раз. Если где-то для кого-то это шанс, заказывайте косточки для онкологии. И, может быть, это все зря, но мы должны убедиться в этом. Нам уже 10-20 хотя бы добровольцев. Кто-то может просто, если денег хватает. Я когда-то последний раз в Москве был 10 лет назад, или 12. Вот там разговорился, когда ехал там, в этом самом автобусе в одном. И как-то вот так случилось, что несколько человек как-то расположились ко мне. Но я давай спрашивать. И что я начал спрашивать? Какая у вас зарплата? Самая низкая 60 тысяч. У другого 80, у третьего 100. Я поэтому и запомнил. В то время, когда у нас 10-20 тысяч по городу, я такая вот, Господи, что же мне не выписать этих самых брошюр или этих самых косточек, хотя бы для профилактики. Есть онкология, нет онкологии, нет ее, ну не надо, ну почему для профилактики здесь есть? А мне нужны добровольцы, почему? Мне такие большие деньги. Мне нужны со скидками, мне нужны добровольцы, чтобы научить всех, чтобы никто нам не поможет, никто. Вот это, Юрий Владимирович Железов. Вот. Я еще не видел квитанцию, вот. Собрала эти косточки, посылку моя племянница Юля, и уже они на почте. Они к вам курсе уже завтра, а может сегодня уже. Я скажу, завтра утром поеду, да, до вас. Двое в нашей семье, двое с онкологией. Один сказал, а почему не попробовать? Вот на нем будем эксперименты ставить. А другая сказала, ни в коем случае. Кто-то же ее научил. Почему не зацепиться за соломинку, когда тонешь? Вот. Извините за цинизм. А как иначе иметь такое богатство, а никто про него не знает? А теперь, друзья, окончательно расстаемся. До свидания. До новых встреч. До следующего понедельника. Я от вас еще не отстал. Надеюсь, что я еще пригожусь. Все выключаю.